компактные двухполосные акустические системы ELAC BS52.2 предназначены в первую очередь для использования в качестве тыловых в домашнем кинотеатре, однако могут отлично работать и в составе стереосистем. Стабильный импеданс этой акустики не требует от подключенного усилителя слишком высокой выходной мощности. Благодаря широкой диаграмме направленности и динамичному характеру звука с весьма приличным уровнем басов, эти колонки смогут уверенно озвучить помещение до 20 квадратных метров. Акустические системы сконструированы на основе тех же принципов, что и другие модели ELAC. В первую очередь это прямое подключение низкочастотного динамика, обеспечивающее более гладкую АЧХ и лучшее качество звука на средних частотах. ELAC BS52.2 оснащены низкочастотным динамиком с комбинированным диффузором диаметром 110 мм и пищалкой с 25-мм шелковым куполом. Колонки имеют закрытый корпус, и их можно подвесить на стену. Никакие кронштейны для этого не требуются, так как на задней панели АС имеется простая петля для фиксации колонки. Для подключения к усилителю предусмотрена одна пара качественных винтовых разъемов. Внешняя отделка колонок может быть выполнена под натуральное дерево, а также белым лаком. Эта акустика отлично впишется в жилой интерьер, как будучи подвешенной на стену, так и установленная на подходящей полке.